Многие могилевчане с нетерпением ожидают молодежный театральный форум «Мартконтакт-2016». Собираясь у звездочета, они даже стали волноваться. А будет ли? Будет. Отвечают организаторы, и билеты в продажу уже поступили. Давайте узнаем, какой будет репертуар. Заканчивается предыдущий фестиваль, и уже в апреле начинается подготовка к новому. Чтобы собрать недельную программу международного театрального форума «Мартконтакт», нужно трудиться год, говорят организаторы. Это бесконечные переговоры и созвоны с потенциальными участниками. Кстати, театров, желающих попасть в Могилев на фестиваль, много, но к репертуару подходит серьезно. По очень многим причинам все это отбирается. Вот. Возможности площадки, возможности бюджета, возможности театра приехать. Вот. Что-то мы видим сами, когда ездим, да, какие-то театры присылают заявки, предлагают, хотят поучаствовать. Вот. Кроме этого, за 10 лет фестиваля сложилась очень сильная команда экспертов. Мюзикл, классика с духом эксперимента, современный балет, моноспектакль, авангардный спектакль, жанров и форм много. В этом году 20 театров представят 20 спектаклей. В Могилев приедут участники из Беларуси, России, Польши, Литвы, Молдавии, Болгарии, Армении, Украины и Германии. Выбор сделать непросто, вроде детские театры займутся взрослой классикой. На дне поставит Могилевский областной театр «Кукол», а Софийский театр «Кредо» представит на суд телезрителей «Шинель». Откроет «Мартконтакт» спектакль «Грёза любви» или «Женитьба» Бальзаминова Санкт-Петербургского театра «Мастерская». «Мастер и Маргарита», «Сталкеры», «В маленькой усадьбе», «Жизнь за царя», «Васса». Короче, драматургии будет достаточно. Театр – это очень современное искусство. Поэтому даже если это Горький, да, если это «Васса Железнова», то все равно это другое прочтение. Это с прицелом на разговор сегодня, о сегодняшнем дне. В этом году, как и в прошлом, на «Мартконтакте» отказались от профессионального жюри. Его заменит профессиональное обсуждение. Такой подход, как показывает практика, самый правильный. Они все грамотны, они все на уровне. Да? Это разный подход, взгляд в театр, в язык театра, да? В литературу ту же самую. Театральный фестиваль – один из самых ожидаемых горожанами культурных событий. За 11 лет проведения международного молодежного форума «Мартконтакт» показали более 140 спектаклей. И более 50 тысяч могилевчан и гостей областного центра посетили театральные площадки.